Боли в ногах при беременности – это настолько распространенное явление, что многие будущие мамы не придают им значения. Особенно если речь идет о большом сроке, когда тревожат не только нижние конечности, а кажется, все тело – одна сплошная ноющая зона. Женщины просто терпят и считают дни до родов. Однако каждое явление имеет свою причину. Неприятные ощущения в нижних конечностях – не исключение. Причин того, что болят ноги во время беременности, много. Самые распространенные из них – варикоз. Это патологическое состояние, при котором деформируются сосуды и застой крови в них вызывает болезненность в ногах. Данным недугом страдает почти 40% беременных. Патологию можно узнать по сосудистым звездочкам, появляющимся на икрах или бедрах. Отеки. Очень распространенная причина, по которой могут болеть ноги при беременности, как правило, появляются после 30-й недели, но могут возникать и раньше. Объясняются тем, что почки не успевают перерабатывать жидкость, которая скапливается затем в мягких тканях. Увеличение веса. Рост массы тела беременной происходит быстрее, чем организм может к этому адаптироваться. Ногам становится тяжело выдерживать новую нагрузку, поэтому они болят. Реакция опорно-двигательного аппарата. Характерна для относительно поздних сроков, когда живот уже большой. Центр тяжести смещается, что заставляет позвоночник и ноги чувствовать себя непривычно. В качестве реакции возникает боль. Неправильная обувь. Женщины, которые задумываются, почему болят ноги при беременности, должны присмотреться к своей обуви. Иногда причина кроется именно в ней. Ведь уже с первых месяцев гестации врачи рекомендуют будущим мамам отказаться от высоких каблуков и другой некомфортной для ступней обуви. И если это требование не соблюдено, ноги начинают болеть. Расхождение тазовых костей. Это нормальное явление, свидетельствующее о том, что организм готовится к родам. Обычно наблюдается в третьем триместре, но может возникнуть и раньше. При этом ноют даже не сами ноги, а кости между ними в области промежности. Судороги. Нередко болят икры ног при беременности из-за резкого сокращения мышц. Обычно это происходит ночью. Боль, как правило, очень сильная, но проходит быстро. Судороги донимают беременных, организму которых не хватает кальция или железа. Недостаток витаминов тоже может провоцировать боли в нижних конечностях. Ребенок с каждым днем забирает у мамы все больше полезных веществ, их дефицит сказывается на состоянии женщины. Плоскостопие. Оно иногда появляется в период ожидания ребенка впервые в связи с тем, что при беременности увеличивается нагрузка на ноги, а соединительная ткань ослабевает. Механические повреждения. Это могут быть как недавно полученные, так и старые травмы мышечной ткани или костей, дающие о себе знать по причине общей ослабленности организма. При болях в ногах будущим мамам важно помнить, что зачастую это симптом какой-то патологии, а не обычное физиологическое явление. И тактика лечения зависит от вида недуга. Нужно пройти диагностику, выяснить причину, а затем определяться с характером терапии. Если болят мышцы ног при беременности, ноют кости или ступни, облегчить состояние помогут прохладные ножные ванночки, качественный отдых в положении лежа со слегка поднятыми конечностями, сон на левом боку. Что же касается методов лечения, то основных направлений существует три. Ортопедическое – это прежде всего ношение белья из микрофибры, которое обеспечивает компрессионный эффект и нормализует движение крови по венам. Применяется при варикозе и других сосудистых отклонениях. Также к ортопедическим методам относятся специальная обувь и стельки, которые особенно рекомендованы беременным, страдающим плоскостопием. Гимнастика. Физические упражнения способствуют укреплению мышц, нормализации веса и разгрузке ног. Разработан специальный комплекс для беременных, включающий перекрестный шаг, вращение стопы, наклоны назад и вперед. Также при болях в ногах показано плавание в бассейне. Медикаментозная терапия. Синтетические лекарственные препараты женщинам в положении при болях в ногах стараются не назначать. Если имеет место недостаток кальция, то отличный вариант кальцидотриникамед. С авитаминозом же борются специальные витаминные комплексы. Но прежде чем принимать какие-то препараты, необходимо проконсультироваться обязательно с вашим лечащим врачом.
Боль в ногах при беременности хоть и распространенное явление, однако оно все-таки поправимо.